Телекомпания РЕН-ТВ взяла награду в номинации «Лучшая просветительская программа». Это «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. В сентябре «Военной тайне» исполнилось 22 года. За это время программа не раз удостаивалась ТЭФИ и доказывала свою популярность среди зрителей и коллег. Как было отмечено во время церемонии, РЕН-ТВ умеет и просветить, и удивить, и иронизировать над собой. В номинации «Эфирный и неэфирный промоушен телепрограмм» статуэтку получил проект «РЕН-ТВ и Василий Ложкин представляют». Ролики, нарисованные Василием Ложкиным, произведение искусства, ставшее брендом. Наградили тех, кто, как это было сказано ведущими, умеет дойти до сути журналистского расследования. Журналист РЕН-ТВ Вячеслав Николаев, автор репортажа «Слепые мулы», тоже получил статуэтку ТЭФИ. Награда далась, что называется, нелегко. Работа над расследованием о жертвах наркоторговцев проходила в рискованных условиях. А лучшим ведущим информационно-аналитической итоговой программы был признан Андрей Добров. Программа «Доброе в эфире» на РЕН-ТВ.